друзья! Каждый воспитанник Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей нашел в этой машине то, что ему нравится. Один отметил, что в ней много места, второй заявил, что только в Ларгусе его не укачивает. Новый автомобиль, подарок от компании «Фосагро», пришелся по душе всем ребятам, и они выразили благодарность стихами. Вам спасибо, от души хотим сказать, как приятно вашу помощь принимать. 7 лет назад Дед Мороз от компании «Фосагро» уже дарил «Ларгус» воспитанникам центра. И этот автомобиль намотал больше 100 000 километров. Конечно, за машиной ухаживают, но время берет свое. Теперь основную работу будет выполнять новый «Ларгус». Хотя и его предшественника списывать со счетов никто не собирается. Ну, у него пробег уже около 150 тысяч. Детей взрослых возим. Еще устанавливаем сюда кресло, которое для перевозки маленьких детей. 7-местный «Ларгус» – настоящая палочка-выручалочка. На нем хоть в поликлинику доехать можно, хоть в другие города на мероприятия или лечение. Важны для воспитанников и профориентационные поездки. Старшие ребята выезжают в техникумы и колледжи региона, определяются с будущей профессией. И, конечно, участвуют в выездных спортивных и культурных мероприятиях. Ребята уверяют, когда за рулем дяди Игорь, они не переживают за безопасность в дороге. Безопасная дорога, все было нормально. На кремлевскую елку. Много сюда, да. И всегда на транспорте, да? Получается? Да. Машина до этого была тоже, Лада Ларгус, зеленая. Ну, на ней кого-то возили, то есть в поликлинику там анализы сдавать. «Фосагро» очень много сделали для детского дома, честно говоря. Они очень много сделали. Ну, ремонт, машину, то есть подарили. Да и как бы детям подарки дарят. Ну, то есть спасибо им большое за это. Сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» и ребята из центра – давние товарищи. Их дружба длится уже 10 лет. И за это время жизнь в учреждении благодаря поддержке компании «Фосагро» стала намного комфортнее. Когда мы сюда пришли, да, посмотрели, очень много этой сантехника, и отопление, и водопровод. Все было в очень таком неудовлетворительном состоянии. Кровля протекала, и дети жили в таких, ну, уже условиях, да, не домашних, поэтому как бы поэтапно, постепенно, каждый год по чуть-чуть, и в итоге уже очень хорошо много сделали. Это и комнаты, в которых дети живут, это и там кухня для них специальная, индивидуальная, игровые комнаты и все прочее, прочее. Вот и вручение автомобиля химики превратили в настоящий праздник. Веселая карамелька и ее подружки пони веселили ребят. А два профессора удивили настоящими химическими опытами, превратив обычный день в яркий эксперимент. Пока ребята участвовали в химическом шоу, взрослые отправились осмотреть фронт будущих работ. В ближайших планах предприятия – ремонт в жилых комнатах для старших ребят. Пусть повсюду будет ощущение теплого дома, который ребятам захочется создать уже во взрослой жизни.